Где мы? А мы в Медлайфе. Делаем кардио. Марина Лена недавно. Всегда внизу ковыряюсь. Кстати, заметила, да, как блины делала там? Да? Видела? Когда я про сковородку рассказывал. Зал пустой практически. Итак, первое упражнение у нас идет сгибание-разгибание в тренажере. И в том. В суперсерии. Сейчас Марина снимет происходящее. Суперсет, сгибание-разгибание, делается по 15 повторений для предварительного утомления наших мышц, чтобы разогреть суставы, связки и не получить в дальнейшем травму. Теперь идем на разгибание. Тренажеры, конечно, не первой свежести, но достаточно хорошие по своему качеству. Марина, расскажи. Супер сет, да, у тебя. Давай еще раз. Давай злого качка покажи. Считаем. 90, 180, 200, 20, 225 килограмм. Проигрываем. Ориентируйтесь больше не на вес, а на ваше состояние в этот день, на ваши мышцы. Подхода по 15-10 повторений, глубоких раз, по одной ноге. Ow.
страхом очень. До этого ты не видела, да? Там как бы не была, да? А что у тебя? Так, вес 90 килограмм. Давай снизу буду снимать. Ты глубже-то не любишь делать, да? У тебя что-то вообще амплитуда-то короткая. У тебя грудной-то растягивается вообще? Вот этот шпингалет из подела, что он делает? Ну, ты ниже и делай. Даже еще ниже можешь сделать. Мне так неудобно. Так. О, давай я тебя сорву. О. Филонит, такой тренажер хороший, говорит. Маши. У нас, кстати, с Мариной идет третья неделя нашей сушки. Я хочу всех убивать. У нас уже появляется легкий рельеф на, так сказать, мышцах. Надеюсь, у нас останется что-то еще от Марины. Ну и я тоже подхуднул. Ну еще. Сейчас мы худеем, а потом мы уплотняемся. Сейчас мы делаем икры, ну не мы, а делает икры, без веса, говорю, на 100 повторений. Говорю, что ты делаешь без веса икры на 100 повторений. Если что, что-то потому, что я сделал уже не 100, а 110, потому что я посчитал, значит, я либо сделал 100, либо 110, и сейчас что я сделаю 10. Медленно. А теперь подумайте, вы тренируете ли вы икры свои, чтобы они у вас росли. Так как все говорят, я их тренирую, они у меня не растут. Так что надо их тренировать сильно и упорно, когда все у вас вырастет. Что мы делаем? Икры сидя, три подхода, 15-10 повторений. То есть мы добываем... Нет, как раньше сколько. Как бы это было не странно, но... Мы сейчас их только тренируем, там мы их грели. Ага. Без веса. Своим весом мы их предварительно утомили, чтобы добиться большей нагрузки, отдачи от этого упражнения. А у Марины в этот момент идет спина, тяга узким хватом на толщину спины и махи в наклоне в блоке на заднюю дельту. У нас уже приобретает синтетические формы. Это упражнение для Мариночки новое. Так что техника у нас еще пока немножко хромает.
поближе подойди к блоку. Вот. Точек у нас уходит назад. Спинка у нас немножко нагрузку забирает. Корпус. Задняя дельта все равно работает. Последний подход. То есть последнее упражнение у нас идет сокращение мышц брюшного пресса на тренажере. Вот это. Под нагрузкой. Кстати, очень удобный тренажер. Хорошая, глубокая, так сказать, амплитуда движения. Под ручки слезают. Но тренажер хороший. Тренировка, в принципе, подошла к концу. Очень много тренажеров хороших в Медлайфе. Большой ассортимент. Не новые, но очень хорошего качества. Не знаю, сколько, конечно, стоит этот абонемент. Наверное, не 10 тысяч в месяц, в год. Но все-таки за качество нужно платить. Сейчас мы пойдем тянуться в поперечном шпагате, да? В продольном шпагате. Так как я сейчас начинаю делать после каждой тренировки ног растяжку. Вот и все. Тренировка плюс растяжка подошла наконец-то к концу. Растягивайтесь. Я про растяжку, слава богу, чтобы вы видели, какой я уволень. Ничего страшного, это всего лишь вторая тренировка по моей растяжке.
все придет со временем. Так что тянитесь, тренируйтесь. А мы идем сейчас купаться в ванночку большую. Да, в пузыриках. Сейчас посмотрим, что поснимаем там тоже. Пока. Пока.